Привет, друзья. Ну вот только что пришла. Такой замечательный отель. Жара невозможная сегодня у нас. Это чудесный отель в Шанклине, друзья. Вот он называется Village Inn, а я вам показывала. Ну и вот такой вот он внутри. Это паб. Как обычно. Красивые светильники, видите, какие замечательные. Вот эта входная дверь. Светильники придают такой колорит, видите. Очень популярный паб в Шанклине. Называется Old Village. И вот я выхожу из этого паба. И видите, что я вижу? Вот это Old Village наша. Уже для вас знакомая, наверное. И вот этот замечательный домик, который из краб ремонтировалась крыша. Если вы помните, я вам внизу скину мое видео первое, которое я делала зимой. И вот эту крышу ремонтировали. Очень кропотливо и долго заменяли все соломинки по соломинкам. И вот теперь она вот так прекрасно выглядит, друзья. Сегодня у нас жара, плюс 27-28. Сейчас пойду на пляж. Вот такие красивые цветы везде. Но жара такая, что надо все поливать. Здесь вот видите, на продажу что-то такое люди выставили. Какой-то опять bargain hunt. Даже не знаю, что это такое. Сказать по правде, что это у них тут. Вот видите, стулья. Вот перекрасили шабишик. 15 фунтов. А, наверное, на Кабуцеле покупали за 5. Вот этот, кстати, столик очень неплохой. Смотрите-ка, какой он колоритный. Это надо его покупать. Потом шабишик. И продавать опять. Но это, по-моему, кто-то вот как раз этим и занимается. Что-то я так понять не могу, видите? Судя по всему, здесь как раз вот эта вот мастерская, видите? Стульчики переделывают, шкафчики. Это вот готовят к шабишику. Да-да-да, наверное, так и есть. Well done. Вот видите, вот такой стул, как там стоят. Вот его подкрасили, состарили. И вот вам, пожалуйста, 30 фунтов он стоит сразу. А купить его можно на Кабуцеле, наверное, максимум за 2-3 фунта. Вот один из таких многих магазинов тоже здесь. Antiques называется. Вот. Даже не знаю. Просто вам покажу, что здесь такое продается, чтобы вы имели представление. Посуда. Какие-то старинная мебель. Опять же, видите, какие-то статуэтки старинные. Вот такие вот магазины очень популярны в Англии, вы знаете. И просто обожают их. Покупать всю эту ерунду. Ох, какая лампа шикарная, посмотрите. 120 фунтов, друзья. Вы не поверите. Вот еще один довольно популярный магазинчик. Вот видите, здесь специально вы заказываете надпись, какая вам нравится. И вам ее пишут. Ну вот, друзья, такая вот вокруг обстановочка. Я почему вам это показываю? Вы не поверите, друзья. Потому что я с некоторых пор устроилась здесь, как раз в Old Village, работать в отеле на ресепшене. И вот сегодня я
Отработала уже 6 часов. Сейчас вот иду домой. Сейчас вам покажу вот этот вот отель, в котором я буду работать. Вот он называется. Холлерс отель. Ой. Вот такой, друзья, отель. Трехэтажный, огромный. Но не очень много. Всего второй и третий этаж. Это комнаты. И там, по-моему, комнат у нас всего 30. А внизу ресторан, бар, как обычно. Вот такой вот отель. Вот я устроилась работать, друзья. Вы не поверите. Парт-тайм опять, частичная занятость. И Шанклин от меня в 9 милях от райда. Вот каждое утро езжу к 9 часам. Вот уже, наверное, отработала я всего лишь навсего 4 дня, а я уже как-то немножко напряглась. Ну вот еще один ракурс вид этого отеля. Вы знаете, отель шикарный. Я также вам скину внизу ссылочку на его сайт, где можно купить и заказать вот рум, номера. Очень недорого. Сейчас скидки огромные у них. И получается, по-моему, 55 за ночь. 55 фунтов за ночь. Вот в центре Шанклина. Это очень неплохая цена, друзья. Ну вот. А это вот моя машина стоит, видите. Сейчас сажусь и еду, устала. Так что увидимся позже. А это просто такой небольшой обзорчик я вам показала. На вот этот отель наш. Боже, где? А, вот. Название хочу вам еще раз показать. Ну вот, друзья. Как-то так. Увидимся. Пока-пока.